Слухайте, нам цікаво рождественські зустрічі. Ви там берете участь, щось співаєте. Рождественська. Ну, скажіть. Рождественська зустріча. Скажіть. Дело в тому, що Алла Пугачова. Ну? Рождественська зустріча ми називаємо РДшечка. В этом году РДшечка і Алла Пугачова. Устраивает самое настоящее, замечательное, феерическое шоу, в котором мы не знаем, что мы будем делать с Настей. Это первый раз шоу, в котором мы не знаем, какие костюмы у нас будут, где мы будем участвовать, что мы будем делать, что мы будем показывать, как мы будем петь и что, и с чем мы будем. Поэтому рождественская встреча для нас приятный, неожиданный вот, сюрприз. Вот. Моя подружка Алла. Кстати, Алла Борисовна очень к нам хорошо отнеслась. Мы ездили в Москву на интервью. Это очень важная информация. Мы поехали в Москву. На интервью нас пригласила лично Алла Борисовна на интервью радио Алла. Чего Алла мы называем это? Вас интервью брала сама Алла Борисовна? Полтора часа мы с ней беседовали. Вообще была милая беседа. Спевачка, кстати, тоже, кстати. Телеведущая, может быть, написано. Полтора часа мы брали у нее интервью. Познайомьтесь, Алексей, Настя, Настя, Алексей, все нормально. Еще за этого хама. Ты успокойся, рассказывай. А полтора часа брали интервью Аллы Борисовны Пугачёвой. И в конце она сказала: «Потап, как ты классно придумал, не люби мне мозги». А можно было сказать: «Не пи мне мозги», она сказала. Так на самом деле, да? На самом деле, я она скажу, что если бы, конечно, было бы время, вот я Потапу уговариваю, умоляю вообще, чтобы он написал песню для трио именно Потап, Настя Каминских и Алла Свинский. Борисовна Пугачёва. Ну, при чём здесь Алла Борисовна? А чё, не, прикольно, Алла Борисовна стоит в бикини и раскидает доллары вашему. Ты придумал, помнишь? Подивіться уважно, які гроші в кишені Потапа. Потап, ти що, російські рубляки. Долари і гривна. Скручена одна бумажка. І одна гривня. Євро. Ні, от, євро, рублі, гривна і 5 євро. Слухай, ти в Україні взагалі, ти тут суперайдеру чи що? В Україні, щоб поїсти, щоб потусуватися. Це щаслива гривна, я на неї сімечки покупаю завжди. Коли Настя просить мене купити сімечки перед концертом, мені треба розпитися, я завжди її покупаю за це. Настя, пішли на футбол. А як ти що, я не можу. Даєш назад сімечки? Давайте я запитаю жорстке по суті питання, за яке не соромно. Ви брали участь на фабриці 43? Ні. Так, я бачила вас. Це були не ми. Як думаєте, ми не брали участь в фабриці? Ми просто виступали з ними. Ми просто під фанеру, це не чекається. Ну, я так вірила, що ви співаєте вживу. Да, ні, бо фонограмчики, Галіма, я навіть якщо живьом поставити мікрофон, і хрена спою, взагалі живьом. Настя, єдина, що пам'ятаю. А, так я тобі більше скажу, він навіть нічого не сочиняє. Я і не сочиняв ніколи, з інтернету качаю. Програма рифми, от я пишу там, типа, гамно, і там все равно, дерьмо, трулулу. А ні, я думаю, що вам Т9 пишуть. А Т9? Ні, там Т34 написали. Дайте сказати, будь ласка, ну, мені питання. Кому провокуєте перемогу? Провокуєте? Із вас троїх? Де ви поділися? А ти на фабрики участвуєш? Ней! Ней? Не, а здравствуйте, это передача на немецком Guten Morgen. Да, добрый. В гостях немецкие гости из группы Ace on Base. Дорогие друзья, слушайте. Кто переможе на фабрике? А волей позаду в этот. Ева Бронштейн, это Брауншвейцер. Ева Бушмина победит. По-любому. Я теж з вами. Вона, до речі, в номинации. Блин, давайте за нее. Она в номинации, потому что она крутая. А знаете почему? Потому что она вот максимально талантлива и... И при этом еще круто прогибается перед Меладзе. И не вдарь Настю, вот так классно. Прогибается перед Меладзе. Надо уметь свое прогибать. Ты умеешь прогибать? Потап, я каждый день прогибаюсь перед тобой, чтобы ты записывал мне. Покажи, как ты прогибаешь. Ты неправильно кажешь. Надо говорить, гениальный Константин Меладзе. А, извините, гениальный Константин Меладзе. Ну так сейчас все говорят. Ну я чую по телефону. Слушай, это блин, слушай, ну я вот не согласен. Я как молодой продюсер, я хочу сказать, Константин, пожалуйста, обратите внимание на однообразность композиции, пожалуйста.
і однообразність артиста. Я хочу заявити вам, як молодий продюсер. Прекрати, нам уже не работать. Як молодий, неадекватний продюсер. Последний день, молодий продюсер. І, да, потому що мені завтра вже исполнится 34 года, дорогие друзья. Не, на самом деле, Меладзе очень добрый человек. И воспринимает нормальную критику, в отличие от некоторых. Да, кстати, певец пафосных, маланских. Продюсеров, да. Я мы еще маланские. Дякую, что прислали. Приходите еще, будь ласка, до нас. Честно, ничего не говорила. Я молчала. Я думаю, что треба зробити батл між молодим продюсером Олексієм Потапенко і вже не молодим досвідченим продюсером Костею Меладзе. Не надо, я програю по-любому ваших хітів. Я другого хотів сказати. Ми хочемо пожелати вам, извините, щоб заявляю вашу роботу, ми ж новий ведучий, ми поки свіжі і не мрачні, як ви зараз. І поки ми свіжі, ми хочемо поздравити всю країну з Новим Годом наступаючим. Споємо новогодню пісню. А ти мені в Новий Год, а сосни, а сосни мені оторві іголочку. Гуляють Новий Год, пацани всі страни і поють дівчоночки. З Годом тигра, дорогі друзі, тигри, тигри. Мойте свои. Давай мне в добрые руки. На, тебе в добрые руки, я покажу.